Итак, доброе утро, дорогие мои. Сегодня у нас 21 октября. Сегодня у нашей Ксюши, Ганелы супруги, и у Арайки Санак и Арамчика день рождения. Братья, поздравляем с днем рождения, с Новым годом. Что все было у них хорошо, и за это им ничего не было. Теперь почитаем одно комментарие. Комментарий, какой хороший. Человек там под названием Александр Вернер. Привет, раз ты хочешь только много. Раз ты зачем столько много держишь, ради продажи, так у тебя много не покупают. Это мой личный бухгалтер пишет, дорогие мои. Ты, конечно, скажешь, чтобы дарить. Но это он теперь от бухгалтера перешел на этот, скажи, на последнего моего, через кого подарки я отправляю. Но так много дарить, да кому они нужны? Столько подарил, пора они расплатятся. Ведь им столько подарил пару, они расплатятся, ведь им ничто не мешает. Вот смотрите, вот человек, вот, ну тупой абсолютно, как это говорит, ну тупой. Да, вот он говорит, расплодятся только так. Дальше почитайте, что он там будет писать. Это, да, почитаю. Это не критика. Я понимаю, откуда у дурачков критика. Для этого еще мозги нужны для критики. Я сам это держу, ну, держу три пары. На всем. Ну, то есть плодятся должны. У него три пары плодятся должны. И не могу взять птенцу. Понимаете, человек противоречит. То их много можно взять. Вот когда у других можно взять много. А вот когда у него... Нет, его на хорошие, они не плодятся. Понимаете? Птенцов. Ты скажешь, они больные. Они больные. Ну, конечно, они больные. С какого хрена тогда они не плодятся? Ну, в общем, нет, как в детстве, они всегда летают. В общем, ну, летать-то можно по-разному. Да, и самое интересное, понимаете, вот, Саша, сделать умный вид, понимаете, это не значит стать умным. Можно сделать очень такой, да, вот обычно, как говорите, да, там, умные люди много не говорят. Они в основном слушают это, да, как бы молчаливым видом. Но точно так же и тупые себя ведут, понимаете. Так что делать умный вид, это не говорит о том, чтобы быть умным. Да, всегда летают, как это, а как ты сам знаешь, от хороших голубей трудно взять поднос. Так почему так много? Задают вопрос. Саша, а какая от тебя разница? Почему так много? Ну, все, понимаете? Ну, отвечать как бы бабушек, которые сидят на заваленках, не собираюсь. Тебя какая-то разница? Много у меня, мало у меня голубей. В общем, ну, тебя это волновать. Ну, можно было сказать еще и по-русски. Не должно, понимаете? Ну, абсолютно не должно. Ты занимайся своими делами, да. Ну, а самое интересное, если ты забыл, дорогой мой, то ты тот же самый человек, который возмущался. Голубей гонять невозможно, потому что хищник их берет. Ну, так ты определись. Хищник их берет, или они у тебя каждый божий день в небе с утра до ночи? Один из этих, да? Если хищник берет, значит, ты не гоняешь. Если ты не гоняешь, короче, и голуби не плодятся, ну, конечно же, они больные. То есть, вот это, да, там, по логике, если рассуждаем, конечно, больные, конечно, не рви себя пятой точкой, тебе это не поможет. Ну, нравятся людям мои голуби, не нравятся. В общем, это сугубо дело каждого. Мне они очень нравятся. Так, ну, погода, видите, какое молоко. Сейчас посмотрим, что творится. Скорость ветра в Волгограде. Сейчас в Волгограде ветер юго-западный со скоростью 9 метров в секунду. Ну, 9 метров в секунду, осадки хорошие. Дождик вон моросит, вот видите. Да, Линдуся, дождик моросит? Моросит. Вот она, видите, мокровато, вон там уже дождик идет. Такой, ну это самый плохой дождь, кстати. Это вот наш ганеловский акбашик, который остался на крестовине.
не спустился он домой. Эй, давай, Клон, иди. Ты, я понимаю, что ты намок. Вот иди. Ну вот иди, пошел. Ну, значит, что мы делать будем делать? Мы будем помогать Саше. Саша, я сейчас их вот выпускаю. Туман, ветер. Они вот пойдут, пропадут. Вот у тебя вот будет ответ это, да, там уже ответ на твой вопрос. Для чего так много, да, потому что очень много пропадают, понимаете, вот пачками там по 50, по 60 штук. Они как бы пропадают, ну, надо же много держать, чтобы, ну, чтобы у меня было не так, как у тебя, три пары, и все, не плодятся. Не хотят голуби выходить, они чувствуют погоду. Акбашик. Ай, Акбашик, ну ты покажи, какой ты хороший. Это пескунчик. Это пескунчик. Чубатенький. Ну, видите, уже вот с крестовина встал, дубасил. А вот сейчас дикарем летит. А сейчас дикарем летит. Почему? Потому что там ветер, дорогие мои, там ветер. Ну, а вы что стоите? Давайте на выход. А чуть-чуть на выход. Будем так потихонечку, как на мраморную пищалку выпрыгнуть. Скоро будем проверять его. Каренчан, это от твоих любимых. Дальше мне здесь. Видите, какой здоровый. Вот здоровый. А, Саша, кстати, этот, вот этот пескун от шоколадного чиля. Ну, понимаешь, вот ты говоришь, что они у тебя каждый божий день летают. В общем, ну, поверь, этого голубя я очень часто показываю в небе каждый раз. Говорю, вот, это шоколадный чиль, это лобик чиль. Давай, дай, Клон, иди, 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 малыш, иди, иди. Ты такой красивый, иди пропади. Да что ж ты такой? Да что ж ты такой? А, кстати, от Вовы шеечка прилетела, вот этот, который пропала, я выпускал, она не прилетела, потом через день она, да что ж ты такой тупишь, а, давай. Посмотрим, это такой, более-то ненормальный был, который бил, или тот, который не бил. Посмотрим. Там уже вдвоем летает. Там уже вдвоем летает. А второй тоже бьет кто-то. Ну, эти тоже пошли, что ли? Походу пошли. А вот еще, вот он. С красивым хвостиком. Красивым хвостиком. Эти вот они, лезут в туман. Пропадут нахрен. Я останусь и опять. Ведь хорошие голуби-то должны туман пачками пропадать, дорогие мои. Хищник должен взять, туман должен пропадать. Но второй не знаю, кто соскочил, но красиво соскочил. Видите, красиво. Дождик моросит, дорогие мои. Дождик моросит. Влажность большой, ветер неплохой. Ну, 9 метров в секунду ветер. Ну, это более 30 километров, почти 32 с лишним километр. 10 это 36 километров в час, ну отнимите 3,6, 32,4, ну 32,5 километра в час скорость получается. Ну давайте, что ж вот так, видите, птица чувствует погоду, они чувствуют погоду, поэтому посел на себя, давай, это вот, нет, нет, от молочи, вчера что-то, позавчера так четко, вот он, да, вот думал, ну, хоть наконец-то мне попался, нет, нет, не этот, а ты, блин, да что ж такое, что ж ты поставил ко мне лезешь, такой светленький, вот он, вот, да, вот он, давай, давай, на вышел, на выход. На выход. Тоже вручную, что ли? Да что ж вы такие засранцы? Такие засранцы.
Это вот чубатый черный. Сейчас мы его выпустим, посмотрим, пойдет он или не пойдет. Не пошел. А это вот чиль. Это вот чиль. А это вон они улезли. Видите? Поперли. Не знаю, камера. Родик, давай. Не захотел опять. Блин, он так красиво себя показывал. В прошлый раз, когда выехал, выпустил. Походу сглазил. Урод, давай. Так красиво уходил. Прилетел, над домом стоял. Давай, тоже. Над домом стоял так красиво. Да, ну давай. Красоту покажи. Пусть Санек мучается. Как это так? Держит хороших голубей. Весь день летают, они этот, плодятся. А тут и летают, и плодятся. И при этом не в словах, а в деле. О, как резко скинули. Где только они были, и как резко скинули уже. Над крышами стоят. Вот они. Это чубатеньки, дорогие мои. Вот, вот он так сейчас чуть-чуть раскроется. И будет еще красивее уходить. Ну это что-то, блин, непонятно. Непонятно, почему он не хочет идти. Урод! Ты же так хорошо пошел в прошлый раз. А может это другой был, а не этот? Нет. Может второй был? Сейчас посмотрим. Я просто думаю, что это тот. Так, где ты-то? Красиво. О, малышня. Ой, малышня. Так, ну давай. Как ты умеешь идти? Ну, а бить будем. Пока не бьем. Этот второй, походу, этот был. Сейчас посмотрим. Да, походу, этот был. Я просто путаюсь. А то я удивился. Позавчера выпускал, так четко ушел, стоял над домом, прилетел над домом на побежку, когда я выносил. Видите, как красиво поднимается. Блин, ну как будто подними. Ну их две штуки. Один вот этот, второй вот сидит, наверное, да? Нет, летит. Второй вот летит. Вот он, видите, как красиво пошел. Погода будет все портиться и портиться и портиться. Сегодня такая нелетная погода. Ну, как вы поняли, летает. Вчера была погода замечательная. Птица практически никакая там. Не захотели они летать. Думал, сейчас выпущу. Вот он стал, тянет. Красавец. Черный чубатый.
Отдельно должен всегда, вот, походу, вот он. Сейчас посмотрим, остановка будет. Сейчас еще поднимем. Еще поднимем. Сейчас все полечили, а да, на руку. Ты тоже иди на руку. Тоже. Ну, вы будете выходить или нет? Да. Ну, будете выходить или нет? Не хотят выходить. Оп! Что вас ловило? Они же пойдут летать. Это Сезар. Старый голубь. Эй, урод. Все равно пойдешь, никуда ты не денешься. Он сейчас сыпает. Ладно, сейчас. Так, поднять-то подняла уже, не вижу, куда они делись. Я уже не вижу, куда делись. Если заря поднял, светлого челя поднял. Только куда пошли, не знаю. Сейчас потянем. Попробуем. Тут еще ветер хороший. Посмотрим, как они. Ну, Сезар, он дубасил конкретно, и светлячил тоже дубасил. Ой, белокрылый тоже соскочил. Видите, ну, пока умеренно. Это вот так башик, по-моему, да, который на крестовине сидел. Вон один там барабанит. Походу, это светлый чиль. Он обычно раскачивается, идет на большой круг, и потом только сверху идет. Ну, раз выглядит как копчики, а не видел, как копчик летит. При ветре они вот, вот он, и как пикирует копчик. Как яшка пикирует, они так же. Это лискончик. И ты вот он. Это кто такой? Хрен не знает, кто такой. Ну и там, вон, видите, оттуда. Сейчас. Они низковато, но должен зацепить их. Сейчас еще чуть-чуть выгоним. Так. Он еще пошли. Сейчас мы еще вот этих красавцев сейчас тоже выпустим. Вот этих. Поймал, что будет. Вот сейчас вот этот белокрылый. Чуть ли не падать будет. Но очень быстро раскручится. Давай. Видите? Чуть ли не походу сейчас будет сыпать. И все, сейчас он быстро успокоится
и пойдет. Но нету обзора, не могу я его нормально показывать. Куда ты ушел? Вот он. Очень быстро успокаивается. И сейчас моментально улезнет. Там еще видно. Сейчас попробуем. Линда пошла. Сейчас попробуем шоколадного чили, а тоже выпустим. Это Календжан, папа вот этих твоих любимых. Это такой красивый, видите? Какая красота. Красота кормит. Санек, представляешь, кормит постоянно. Да, кормит постоянно. Да, и кстати, вот эти любители, которые говорят, вот смотрите, размер армянского клюва, размер клюва, форма клюва, смотрите, какой он короткий, широкий, видите, ну, узбекам короткий, конечно, видите? Мощный такой клюв у них. У бакинцев, дорогие мои, у краснодарцев, у бакинцев, а у них тоненький, длинненький клюв. Ну что ж, вот засранец, неудобно. Тоненький, длинненький клюв, а здесь такой мощный. Мощный, что там. Ну, Линда не гавкает, значит, копчика нет. Давай. Даже не сыграешь, вот дурачок. И даже не сыграешь. Потянул, но толком не сыграл. Но сейчас так, дуркует пока. Это не его бой. Это не его. Ну, в принципе, сейчас и ветер. Так, видите, опять поднимается. Вот они. Ой-ой-ой. Бьют даже. Мы сейчас все генерала выпустим, сейчас на паузу поставим. Так, да, вон аж откуда идут. Ну, это Ганаджан, это твой красавец, да? Это он, да? Да, блин, он не потянулся, сучонок. Не потянула. Да. Она обычно винтом уходит. Ну, сейчас посмотрим. Стайка уже преобразовалась. Скопились. Тянем. По-моему, погода даже будет раскрываться. Вроде. Ну, хотя Бог его знает. То белые тучи были, то сейчас черные, вон дикие голуби полетели, целая стайка. 6 штук. Значит, 7, 8. Это не мои. Это чисто дикие. А нет, 7, 8 мой был. О, возвращать. С ними хотел уйти. Сейчас посмотрим. Вон один отдельный идет. Вон один. Так что... Не пропали. Ту, блин, что же будем делать? Санек, как ты думаешь? Ну, в тумане пропали. Никому они не нужны. Ни подарок, ни покупать. Ну, что же будем делать с этими? Голубей не ем я. Блин, ну, что же делать, а, дорогой? Ну, подскажи. Ты же умный. Это вот анекдот есть такой. Говорит, муж приходит домой, еле на ногах стоит. Вся в этом, да, там, мятый, весь мятый. Рубашка ее вся в губнушке. Жена. После работы, говорит, футбол ходили смотреть. Да. После футбола, говорит, пошли в бары пивка попить. Да.
Ну вот, говорит, откуда помада, говорит, жена говорит, ну ты ж такая умная, говорит, столько ответов нашла, говорит, ну найди еще и ответ на то, да что ты мне маски. Теперь Саня, ну зачем ты так задаешь вопрос, лучше сам найди ответ на это. Дорогие мои, ну понимаете, ну кроме чем посмеяться, поиздеваться, ну больше ничего не приходится в голову, потому что, ну как еще на таких... Да, что это такое? Голубь, копчик, хрен его знает. Тут они все и на копчика похожи, и на голубей похожи. Когда крылья закрывают, похоже на копчика, а это опять, походу, пара. Голубь на голубке. Это от белого чубатого и от бессмертной дочки. Голубь на голубке летит. Видите? Тут их двое. Выглядит как один иногда, но двое. Одним словом, дорогие мои, миру мир, голубям небо, гоняйте, не бойтесь. В общем, голуби не плодятся не от того, что их много гоняют, а из-за того, что они болеют. Вот она в основном причина. В общем, это как говорит, слышал звон, не знает, где он. В общем, но пытается к этому звону как бы пристраиваться, типа. И сам забываю, что он буквально постоянно несколько лет говорил, что невозможно гонять, потому что хищник забирает. Теперь, оказывается, с утра до ночи летает. Поэтому не могут плодиться. Миру мир, голубям небо, гоняйте. Удачи всем. Ну что, красиво станешь?